Вопрос. Аллах Всемогущий Велик говорит, мы не спаслали в Коране то, что является исцелением и милостью. Выходит, что нужно брать Коран и ставить его на больное место? Нет, не так. Потому что Коран, как мусхафа, не было во времена пророка, да благословит Аллах и приветствует. Он лишь был записан на камнях, на коже, на других подобных материалах. И Коран, который читали люди, запоминали наизусть. Таким было чтение Корана. И сегодня же, хвала Аллаху, Коран издали, распространили повсюду, и людям стало доступно его чтение. Не нужно утруждать себя, чтобы брать изданный Коран и ставить его на больное место. Нет, его нужно читать. Благодать заключается в чтении Корана, и неправильно будет для человека вешать Коран в доме для бараката, или вешать его в местах сбора, или в местах, где просматривают телевизор. Это унижение Корана. Также нельзя вешать в машине, где солнце будет обжигать его, только для того, чтобы машина принесла баракат. Это также является унижением Корана. Под исцелением в аяте подразумевается исцелением его чтения.